Есть те, которые настаивают на соблюдении дня субботнего и указывают на пример апостолов, в частности апостола Павла, что они, мол, продолжали ходить в синагогу в седьмой день недели. В первую очередь следует задать себе вопрос, почему они ходили в субботу в синагогу? Для того, дорогие мои, чтобы засвидетельствовать о Христе иудеям. Подумайте, какая была бы польза идти туда в другие дни, даже, скажем, в первый день недели, то есть воскресенье, когда там никого не было. Разумеется, что они шли к ним в субботу, потому что в этот день иудеи собирались в синагогах. Потому совершенно естественно, что шли с благой вестью именно туда, где стекался народ. Но как поступала церковь? Мы видим в Новом Завете, что уверовавший в Иисуса Христа, то есть первые христиане, собирались не в день субботний, а в первый день недели. Так практиковалось повсеместно верующими в течение 19 веков. Учение о необходимости соблюдения субботы началось сравнительно недавно, менее 100 лет тому назад, некой госпоже Уайт. И основано это учение не на Новом Завете, а на каком-то мнимом откровении, данном ей, через которое она решила, что суббота свята, и ее нужно соблюдать. Дорогие друзья, мы соблюдаем первый день недели, а не субботу по очень простой причине. Так практиковала апостольская церковь. Но главная причина та, что мы, которые искуплены кровью Иисуса Христа, уже не под законом живем, а под благодатью, и нигде в Новом Завете нам не велено соблюдать седьмой день, то есть субботу. Верующие со дня Христова воскресения соблюдали этот день воскресный, то есть первый день недели. С воскресением Иисуса Христа воистину начался новый день, новая эра. В этот первый день Христос имел первую встречу с искупленными им на Голгофском кресте людьми. В тот же первый день недели, мы читаем в Евангелии от Иоанна, вечером, когда двери дома, где собрались ученики его, были заперты, пришел Иисус и стал посреди них и говорит им: «Мир вам!» Это, дорогие мои, было первое христианское собрание. И с того времени, в первый день недели, верующий в течение 19 веков собирается для общения, проповеди слова, преломление хлеба и для поклонения своему воскресшему Спасителю Иисусу Христу.